Привет! Вы на канале Мир 2020. Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета. Мы будем благодарны, если ты поддержишь видео лайком и комментарием. Поехали! По словам главы Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений достигает сотен миллиардов рублей, на долю уголовных дел приходится не более 2-3 миллиардов рублей. Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам около 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом РИА Новости сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег. А в целом за 2019 год аудиторы выявили финансовых нарушений на 804 миллиарда рублей, уточнил глава СП. Треть из этой суммы составили нарушения бухгалтерского учета. Такие нарушения исправляются по ходу проверок, уточнил Кудрин. Еще одна треть – это нарушение процедур закупок. Позднее на своей странице в Twitter Кудрин добавил, что 2-3 миллиарда рублей а в год – это объем нарушений, по которым заводят уголовные дела по итогам проверок Счетной палаты. Кудрин отметил, что Счетная палата планирует постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. «Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем». И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой, заявил глава ведомства. А в августе 2018 года Кудрин заявил, что мнение о том, что воровство государственных средств широко распространено, к сожалению, оправдано. По его словам, причиной такого воровства является отсутствие общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали. Кудрин подчеркнул, что борьбе с коррупцией содействует свобода слова, политическая конкуренция и реальная подотчетность органов власти своим избирателям.